Так, ребята, всем привет. Сейчас мы будем отправляться от Петропавловской крепости на вот таком прекрасном катере по рекам, каналам Санкт-Петербурга. Все стоит 600 рублей, нам сделали по льготным, так 700 рублей. Но сегодня 1 мая, там праздник, все дела. Ну и надо набрать народ, видимо, чтобы все каждую минуту катер не простаивал. В общем, вот так наша группа, наверное, будет выглядеть. Все, погода позволяет. Ну что, проходим. В общем, мы сели, идет посадка. Через 10 минут отправление. Группа набирается потихоньку. Все, наша группа набралась. Шли. Прикольно. Вот, ребята, прогулки-то 1 мая, блин, по водичке-то еще. Ух, бодрячком.
ребята, тут именно что движение, как на Невском. Вот они просто не разъезжаются. Но очень тесно. Вот там за мной еще такой широкий идет, это вообще, конечно. Вот эти-то не расходятся. А как там по мелким этим каналам? Все мы не любим пробки. Один там вообще идет на разворот. О, посмотрите, какая пробка. Вот там. О, давай. Поехали. Конечно, поедем. Просто пробка. Раз, два, там, три, четыре, пять, шесть, семь. За нами он там широкий идет, восьмой. Пробка все продолжается. Там уже, наверное, скопилось много катеров. Мы одного сейчас пропускаем. Туристами. И поехали. 72 метра. Нифига. Широкий мост. На катере здесь хорошо. Взял там, прошел. Мы отсюда, те отсюда. И все вот в один этот коротенький канал. Махают. Ты что, не узнала? Ага. Это же Васька. Васька, привет. Остановка, если тебе тут удобно выйти, ты можешь удобно выйти. А мы, соответственно, отправляемся к Петропавловской крепости. Ракета такая здоровая стоит, просто мощно, просто мощно. Даже сейчас май, конечно, ну, блин, холодновато. Блин, надо шарфик там какой-нибудь, утеплиться, так, ну, сидишь на такой акватории. Летом, когда пекло, просто с бокальчиком хорошего напитка сидишь, кайфуешь. Первые остановочки у нас все выходят, и мы остаемся с нашими верными друзьями корейцами. Хорошие парни они. Много народу уходит, вот много, все. Так, мы отшвартуемся. Все в порядке. Закат такой прикольный. Силы у нас город, ребята. Город родной, Питер я твой. Вот идет с такой нормальной скоростью уже набрал. Скажи, экскурсии больше не будет. Нас доставят сейчас
на наш адрес, откуда мы стартовали, Петропавловскую крепость. Ну и дураки те, что вышли. Мы еще прокатимся. Ну, конечно, до Петропавловки-то рукой подать. Спасибо, кто оставался на канале. Мы подплываем к своей точке отправления на таком вот прекрасном теплоходе. Все было очень круто. 1 мая, конечно, прохладно, но солнечно. Так что подписывайтесь на канал. Да, забыл вам сказать про маленький бонус. Надеюсь, что он вам понравится. Ребята, сейчас будет офигенный просто кадр. 15 минут на этом вертолете стоит 5000 рублей. Сейчас будет просто офигенно. Давай! Давай, взлетай!